Останки солдат Великой Отечественной войны нашли поисковики Сургута во время экспедиции в Ленинградскую область. Изучить предстояло 8 боевых точек. Подтвердить или опровергнуть факты, что в обозначенном месте происходило сражение. Поставленные цели достигнуты. Лиана Киямова расскажет обо всем подробнее. По болоту, ямам, сквозь деревья. Так поисковики добираются до места назначения. Сколько могут – на машине. Потом несколько километров пешком с техникой, инструментами и продуктами на руках. Потому что машина туда не проезжает. Вот. Весна, очень много воды. И некоторые места прям в крайней степени сложно проходить. Тем более ты идешь с оборудованием. В одну сторону проводишь, значит, работы, потом идешь в другую. Это очень тяжело физически. Ленинградская область. Сюда приехали поисковики со всей страны. Свидетельства Великой Отечественной войны, пули, мины, личные вещи солдат и их останки найти здесь обычное дело. После обследования местности металлоискателями берутся за лопаты. Копать приходится больше 2 метров в глубину. Земля не везде мягкая. Есть и тяжелая глина. Но результат стоит труда. Удается найти несколько десятков объектов. Вот такая вот война была. Вот наш боец. Диск Папушевский пустой, каска. Сейчас здесь его достанем. А вот в 20 метрах ребята нашли немца. С прямым попаданием в голову. Снайпер. На одном вот 20 метров расстояние. Конечно, все жестоко было. В этой экспедиции 12 поисковиков со всей страны. Среди них 4 югорчанина. Участие в раскопках принимают в рамках окружной акции «Югра. Вахта памяти», цели и задачи которой – найти пропавших без вести солдат и установить их имена. Наметили 4 точки. Одна под вопросом. Думаю, то, что найдем именного бойца, точнее именных бойцов, и восстановим имена не вернувшихся солдат. Эти поездки мне дают большой опыт, также прикосновение к истории, общение с людьми, так как совсем другое отношение и общение с руководителями другими. За 10 дней экспедиции отряд исследовал 8 точек. Найти удалось не только оружие, но и останки немецкого солдата. Их передадут Народному союзу Германии. Осенью поисковики вернутся сюда и продолжат раскопки. Лиана Киямова, Вести Югория, Ленинградская область.